Сьогодні будинок зруйнований на 50%, це точно. Ракета влучила в квартиру в Кутову на верхньому поверсі, де зруйнована повністю покрівля, крокви, все зруйновано щепками, все на подвір'ї. Я вже не говорю про ту шкоду, яку задано в кожній квартирі зі остікленням квартир. Тому що всі вікна, які остіклені в дерев'яних вікнах, все скло зруйновано і посипалося на підлоги. Пряме влучання, витиснуло фасадну стіну разом з вікнами, перегородку між спальнею і кухнею, і видавило зривною хвилею двері в під'їзд. Квартира на третьому этаже пострадала очень сильно. Тогда был прильот. Снесло крышу, вот видите, это результат. И пробило потолок. И вот запчасти от нее, от ракеты. А я на втором этаже жил. А это было на третьем этаже. Я в это время находился на работе. Утром сообщили, что город обстреляли, там в квартале, где я живу. Ну, приехал домой с работы, зашел, смотрю, вроде бы все, Бог отвел, как говорится, все нормально. И куда попадет, никто ж не знает, не от нас зависит. На удачу, как говорится, рулетка. Оно ж здесь же шире с моря, рядышком, 7 километров. Никто не думал, что они с этой, с Энергодара, возле атомки, такое будут делать. Это страхиття, яке нас не зламає все рівно. Ми праві на своїй землі і ми переможемо.